Привет, ребята, привет, княжницы, привет, милые дамы, всем большущий привет. Ребята, сегодня я буду говорить вам про Ольгу Уралочку. Заранее извиняюсь, если буду немножко подкашливать, немножко подзаболел, подпростыл. Ребята, значит, сегодня, короче, мы сегодня как бы хотел сделать вообще два ролика. Значит, потому что Вадим это не в месяцах. Вадим хотел прям, вот прям сделать такой жесткий ответ. Как бы, да, все время как бы лайтово, сегодня будет пожестче. Но это будет вторым роликом, потому что Вадим это не уместить. Сегодня поговорим, точнее, ну сейчас будет два ролика подряд. Значит, в одном из роликов сегодняшнем будем говорить про комментарии. Потому что Оля, вот ребята, опять отличилась. В своем последнем ролике, где она там гуляла с Сафаром, вот знаете, по ярмарке, и где она, значит, ну вот это там была рыба, там вся одежда, туда-сюда, значит, люди написали ей в комментариях, там некий комментарий, одна женщина. На что Ольга ответила, просто шикарно, предлагаю это все прочесть. Я не знаю, как бы, может вы это в курсе, не в курсе, значит, вот прям специально даже сделала скрины, ну вот прям скрин, да, можно на стол поставить, в принципе, там можно, наверное, прочесть вот так поближе чуть-чуть, во. Ладно, значит, смотрите, значит, Эл комментарий, Эл Тирилп, значит, девушка, пишет: Оля, видела ваши ролики, сейчас по Ютубу повылазили люди, которые стараются вас унизить, оскорбить. Я не знаю, какие мысли у Сафара по поводу вас, вы сами там разберетесь, но не позволяйте вас, как женщину, оскорблять. А то, что вы живете, вы сами должны чувствовать человека, не позволяйте им ездить по вас. По поводу мужа, одна вы должны решать, а не общество, выступать в роли направляющих. Да, дальше она отвечает, Оля. Здравствуйте! Мы вообще не обращаем внимания на этих шавок, сплетниц, в кавычках, в скобочках. Пусть гавкают. Жизнь такая штука, вернется им тем же. Ребята, дальше. Ах, сейчас дальше, потом поговорим. Дальше потом, значит, тут вижу девушку, такая прям вообще, ну, которая, так скажем, ну, решила поэтому по всему пройтись. Она, то есть, это увидела, ее когда-нибудь возмутило это. Она, значит, пишет ей, Оле. Прочитала комментарий к этому видео, и один ответ Ольги меня поразил. Обозвать людей шавками – это просто жесть. Комментарий к Эр Терлюп, вот этот вот, значит, комментарий, ник этой женщины. Люди бывают разные, комментарии разные. Если вы не хотите, чтобы вас о вас плохо говорили, тогда зачем вы так о людях говорите? Значит, смотрите, заметьте, тогда она сказала шавками, назвала людей там, да? Причем тот комментарий был, в котором Ольга ответила значит, вот в первом своем, где вот женщина написала, которая ей, смотрите, она ответила: «Мы вообще не обращаем внимания на этих шавок, сплетниц, пусть гавкают, жизнь такая штука, вернется им тем же». Вот на самом деле в этом комментарии непонятно, к кому она обращается. Она обращается тем людям, комментаторам, которые ей пишут комментарии, ну, сами выражая свое мнение по поводу того, что Сафар может там как-то ее там провернуть, там кинуть, там, да. Либо она обращается к обзорным каналам. На что вот уже во втором комментарии, когда девушка ей сказала, что вот как, мол, Оль, так, ну как ты можешь так отвечать? На что она-то отвечает: «Здравствуйте, вы, наверное, не поняли. Шавками я назвала обзорщиц». Обзорщиц, даже обзорщиц. Наверное, стремила, она так поняла, что попала в просак, и аж это, пальчиками своими там быстренько печатала, что аж ошибки допустила. А может, ну не знаю кто, ну она отвечала, наверное. «Здравствуйте, вы, наверное, не поняли, шавками назвала обзорщиц, но не других людей». Опять выкручивается, да? Сколько это было этих выкручиваний, вот этих вот, тьфу. Ребята, вот по поводу всех вот этих выкручиваний, всех вот этих, вот этого какого-то, не знаю, это, короче, в втором ролике, потому что не хочу засорять этот ролик вот одной этой информацией. Во втором ролике про это поговорим. Значит, дальше. Опять тут начинается как бы переписка, начинается ветка, ну, типа, как бы диалога. Значит, отвечает: «Добрые люди, как вы, себя называете, не говорят на других людей шавками». Заметьте, прям женщина прям вот говорит, прям очень такие хорошие комментарии пишет, прям вот, прям, знаете, как в точку прям говорит, прям, ну на самом деле, если ты такая добрая, позиционируешь себя как добрый человек, то вот так писать, как бы, да, ну, это что называется? Это называется лицемерие и ложь на лице, которую ты выражаешь, каждый раз улыбаясь. Отвечают защитники, а может опять сама же Оля с другого аккаунта пишет, Марина Багаева. Она написала тем, кто ее заслуживает. Ее тоже эти люди обзывают и оскорбляют, если вы комментарии читаете. Значит, девушка, которая, говорю, изначально затронула этот вопрос. Обзорщицы также такие же люди. Вы сами их провоцируете писать и говорить о вас плохие обзоры после ваших таких слов. Я даже не хочу напоминать, с чего начались эти обзорщицы, там, да, и в том числе даже я начал эту тему понимать, с каких твоих роликов, Оль. Тебе даже напомнить, что у вас было перед Новым годом, там, если вы такое бы не поднимали, таких бы своих тем и роликов, никому вообще бы сроду бы интересно не были бы. Это бы обо всем поподробнее во втором ролике, ребята. Значит, дальше. Прям это,
там защитники пишут сразу Ольге Уралочке: ребята, называйте их позорниками. Потом обзорщики, которые занимаются травлей этого канала, позорятся сами, позорят людей. Представляете, ребята, для них вот эти вот все эти зигования были, какие там были у них там под Новый год, для них это травля называется у этих людей там, да. Вот, как бы, я даже не буду говорить вот эти, про этих людей, кто, ну, вот так вот, все, ладно, пускай будет на их это, совести все это остается. Дальше. Вы считаете, Ольга должна молчать, закрыть канал? Значит, и дальше, опять девушка хороший дает такой, как бы, ну, не довод говорит. Значит, я считаю, что она не должна сама провоцировать других людей на плохие комментарии. О ней самой такими словами плохими. Складывается мнение, что Ольге это выгодно. Я так думаю, они разделили всех людей на плохих и хороших. И сталкивают людей лбами. И на этом увеличивают свои просмотры. Им это выгодно. Хочешь, чтобы тебя считали добрым, так будь им. Вообще, ребята, вот на самом деле девушка Елена Булавинова, да, такие вот прям, ну, вот эти прям доводы говорит там, да, с ними даже просто не поспоришь. Это очень прям хорошо, грамотно отвечает. И потом, ей, конечно же, прям сразу отвечают там такие Олины прям комментаторы. Когда кто-то преследует корыстную цель, поводы бывают не нужны. Потом про ее, значит, вес начинают. Ну, короче, отстаньте от людей, они тут пишут. Отстаньте от людей. При этом, при всем, ребят, хочу заметить, вот Оля, она же у нас такая любительница. И мало того, что вот эти были громкие высказывания перед Новым годом, какие там были там у них, да, за что их подтянули за слова и начали там за всеми вот этими вещами там их там цеплять там, да. А, так еще потом была ситуация с пиявками. Помните пиявок, когда она про обзор сравнивала с пиявками, и то, что, мол, на крови, мол, насосутся, да и этот, падут и сдохнут, вот так говорить. Вот просто мне вот интересно, что у этого человека в голове, что она вот реально так себя позиционирует, что она такая добрая, такая прям миленькая, это вот, да, она на самом деле вот такой вот пишет комментарий, там, ну, позиционируй себя, что, если ты такая, что добрая, я вообще никак не реагирую на эти комментарии, будь выше этого, проходи мимо всего этого. Короче, вот прям разозлился. Сейчас, короче, второй ролик прям сразу сниму, ребята, поговорим поподробнее про эту всю тему. А пока что все, я не знаю, в курсе вы нет этого, вот этой всей переписки, и вообще можете не зайти на канал, говорю, под последний ролик, посмотрите, почитайте, просто вниз не поленитесь, спуститесь, там где-то у меня было, когда я смотрел, 300 комментариев, может, уже, конечно, ветки удалила, потому что опять пошла эта огласка, потом они скажут, ой, комментарий YouTube заблокировал там, да, автоматом там, да, ну, короче, можете почитать и посмотреть сами. Все, в общем, ребята, большие пальцы вверх, пишите, что думаете по всему этому поводу, с вами был Егор Павлович Княжин. Увидимся уже с вами очень скоро. Всем до новых встреч. Всем пока.